Привет, друзья мои, Тимур Ханов. Что-то я зачастил, как некоторые пишут. Но так получилось, что я предлагал поговорить нескольким людям, и сразу несколько согласились. Среди них Анна Васильевна Терешкова, руководитель департамента молодежной политики, спорта и культуры. Ну, в каком-то, или культуры, спорта и молодежной политики. Вот интересно, в каком порядке важнее, мы у нее спросим. Она мне назначила свидание вот здесь, возле памятника Александру Третьему, где вчера мы разговаривали со Стариковым, с Иваном Валентиновичем. Посмотрите, там, говорят, было интересно. Но пока она еще не подошла, я ее не вижу. Она делами занята. Сегодня ведь ночь музеев, а это культурное мероприятие. И, наверное, руководитель департамента культуры тоже занимается подготовкой в этой самой ночи. Конечно, я бы хотел провести ночь с интересной женщиной в разговоре хотя бы. Но вот назначено это время. А мне выбирать не приходится, когда соглашаются такие интересные люди, как Терешкова. Здесь очень ветрено, сильный холодный ветер. Напишите, пожалуйста, как звук. Может быть, мы здесь и не останемся, а пойдем куда-нибудь в более теплое место. Потому что прийти сюда еще можно, но стоять и разговаривать очень трудно. Напишите, как звук и картинка. А я пока посмотрю, где Анна Васильевна. О, я вижу женщину в красном, это, наверное, она. Точно, красная машина. Видна далеко и, очевидно, никто в Новосибирске так часто не носит, кажется, яркую красную одежду, как Анна Васильевна Терешкова. Сейчас мы ее спросим. А, нет, это я ошибся. Она занята. Я не ошибся. Здравствуйте. Здравствуйте, вы заняты? Я вам не помешаю немножко, если рядом подойду? Да ладно, не помешаете. Но тут холодно очень, как вы терпите? Да. Ну хорошо, смотрите, это солнышко. Как это, работа на свежем воздухе у нас такая. А, это работа такая в мэрии, да, на свежем воздухе? Да. А вы что? Ну, у нас же мэрия, аж в городе. Да. В городе тоже надо выходить иногда. Да. Вот, так заканчиваем. Нормально? Очень ветрено, но при этом солнечно и тучно. Только что падал снег, но с утра весь город был заснеженный. Сейчас снег растаял, все-таки май месяц, но какой-то он очень зимний. Смотрите, замечательная перспектива. И напишите, пожалуйста, не мешает ли ветер, потому что тут такие порывы, что никак от никого не защитишься. Я пока коротко расскажу, пока она занята. Анна Васильевна Терешкова. Руководит культурой, спортом, молодежью. Это все такие остаточные отрасли, которые с советских времен еще считались какими-то такими дополнительными. На них финансировали их обычно в последнюю очередь, во всяких списках, таблицах они оказывались в конце. Да и сейчас, если вы посмотрите, например, структуру бюджета России или еще каких-нибудь субъектов федерации, то спорт, культура, молодежная политика на нижних строчках, как что-то второстепенное. Но я думаю, что Анна Васильевна, блин, я все-таки старше ее, может, как-то неловко, но все-таки чиновница, ладно, руководитель. Анна Васильевна вряд ли считает это культуру второстепенной. Тем временем здесь замечательный пейзаж, это то место, где начинался Новосибирск. И здесь до сих пор через Обь проходят поезда. Похоже, здесь задумали какое-то мероприятие на ферму моста. Того самого моста, с которого начинался наш город. Повесили большой экран, но это еще вчера. Установили какие-то установки звуковые, вероятно. Тут собираются что-то, какое-то культурно-массовое мероприятие проводить. Культурным оно еще может быть, а вот массовым я очень сомневаюсь в такую погоду. Тут же еще и выставка милиции.
полиции, вернее, все по-прежнему называют. Тут и катера, и машины. Или, может быть, они вышли сюда для защиты, а не просто для... как выставка. Почему-то там какой-то флаг похожий на корейский, на полиции. Ну ладно. Что? Может, капюшон наденете? Нет. Я же сибирячка. У меня губернатор был в капюшоне. Ну и что? Это так многим женщинам... Я-то сибирячка. О, как. А женщинам понравилось. Как вы считаете, мужчина в капюшоне, это брутально? Не знаю. Мужчинам решать. Мужчинам решать. Женщина, а вы кто? Вы сейчас... Ну, я считаю... Может, пройдем по набережной или как хотите? Ну, давайте. Ну, только это сам. Я вас, наоборот, предлагаю не замерзать. Нет, нормально. Я никогда не замерзаю. Почему? Не знаю. Вот рыбы, рыбы говорят, никогда не замерзают. А вы кто по гороскопу? Я лев. Ах, вы лев! Да. Это вот гороскоп, как вы считаете, чем-то предопределил вашу судьбу? Ну, наверное, что-то в этом есть. Ну, наверное, в первую очередь, что все-таки я казачка. А, вот я как раз хотел узнать, вы из каковских? Я из казачек. Ну, и ростовские мы. Ростовские, это да. Как, по маминой, по папиной? Первая, так скажем, у меня папа из Ростова, из станицы Ленинградской, а мама у меня в третьем поколении казачка. О, так вы с двух сторон. Да. Прям почти чистокровные. Ну, почти что. А еще кто в предках? Ну, в основном, на самом деле, у папы тяжело, потому что он из детского дома. А, вот как. Да, поэтому там немножко непонятно откуда. А Кузнецов своя фамилия или это потом... Вот как раз в детском доме, потому что тогда же называли всех, ну, как-то да, проще. Понятно. Поэтому Кузнецов, он из детского дома. То есть это не наследственная фамилия? Нет, не наследственная. Ну, Кузнецовых во всем мире, говорят, это самая распространенная фамилия. Ну, и Аня, в принципе, имя тоже самое. И Анна, но нет, Мария все-таки. Да? Еще самый распространенный вариант – это Мария Кузнецова, ну, или там Маша Смит какая-нибудь. Да? Ну, бог с ними. Я прочитал, что вы любите гулять по набережной. Ну, в последнее время это стало моим таким вот рабочим хобби, но, с другой стороны, получаю удовольствие огромное. То есть это одновременно вы производите какой-то контроль и одновременно с удовольствием? Естественно, потому что когда ты знаешь, что что-то ну, реально произошло, то есть то, что принесло такие большие изменения для города, и теперь этим может гордиться и наш город, и наши горожане, это всегда здорово. Вы из Новосибирска? В Новосибирске родились? Да, я родилась в Новосибирске. У вас в семье братья, сестры? Нет, одна. Одна. Это хорошо или плохо? Я считаю, что плохо, поэтому у меня 5 детей. О, вот я об этом бы хотел поговорить, потому что у меня 3, но 5 я вообще не могу себе представить, тем более. Ну, я когда была маленькая, так как я поздний ребенок, родители достаточно самодостаточные, то есть папа геофизик, доктор наук, мама врач. Папа работал в Снегимсе? В Снегимсе, да. Я начинал свою трудовую биографию 40 лет назад в Снегимсе. Ну вот, поэтому, как бы, будучи... Передать ему привет. Ну, к сожалению, папа умер. Ой, простите, буквально пожалуйста. Недавно, еще даже 40 дней не исполнилось. Примите вот, соболезнования. Ну, на самом деле, вы знаете, как бы, я считаю, что очень хорошая такая, достойная смерть. 87 лет прожил, на своих ногах умер, светлый ум. Он просто споткнулся, называется, поэтому... То есть я к понятно, этому отношусь, что ситуация. Да. Ну, с другой стороны, для меня, конечно, планка очень высокая. Ваш папа? Да, мой папа. Ну, папа для дочери, по-моему, это очень важно. Ну, вы знаете, еще когда такой папа, который, вот я всегда говорю, который сам себя сделал, будучи из детского дома, приехал, то есть бегал сам на войну в свое время, пацанами еще убегали. Потом... Как они? А, пытались сбежать да, на войну? Да, сбежать на войну из детского дома, их возвращали, потом поехал поступать в Питер. Поступил в консерваторию. Консерваторию? Да, у него хороший голос был, но там не платили денег, мало. А, культура у нас всегда в загоне, мы еще об этом поговорим. Да, вот, и поэтому... Он поступил в горный институт. Да, и он пошел в горный институт, потому что там была хорошая стипендия. И красивая форма. Да, и красивая форма. Мой старший сын закончил Питерский горный институт. Вот видите, чувствую, где-то у нас росло. Да. Вот, и уже как бы отучившись сам, поехал... Давайте в Сибирь. Так пейзаж красивый, но ваше лицо тогда получается очень темным против солнца. Ну давайте, как хотите. Ой. Но я же еще должен позаботиться. Ведь, понимаете, приходится быть не только журналистом, но и оператором. Я же себе еще и продюсер, и режиссер. Понятно, хендмейд. Да, да, да. Вот, и потом вот он приехал, здесь был руководителем экспедиции. Вот они сейчас собирались, когда с его друзья, ученики приехали, когда папа провожали.
вот так спокойно сидят и разговаривают. Сначала все месторождения Западной Сибири открыли, потом перешли на Восточную Сибирь. Там то есть каждое лето он в поле? В полях был, да. А мама была врачом в экспедиции. О, а, тоже вместе с ним? Да. А как же, вас оставляли одну или как с бабушкой? А тогда меня не было, А-а-а. Когда они были в экспедициях. А потом он уже приехал в Новосибирск, когда они здесь сюда вернулись. И тогда уже родилась здесь я. Вы пошли учиться на врача по маминым стопам или как? Ну, у меня был выбор, потому что мне очень нравился Академгородок. Мы много времени проводили в Академгородке. И мне нравился университет. И я играла всегда в КВН, и мне хотелось идти в университет, потому что там КВН. Понятно. Я бы тоже ради КВН пошел в университет. Да, но все-таки мама была более настойчивой и решила, что все-таки женщине лучше быть врачом. Секундочку, мама была строгой мамой? Мама была строгой мамой, но потому что я была единственным ребенком. И первым. На первых обычно родители строгие, да, не так ли? Да, поэтому я считаю, что... Вот у меня тоже, я всегда Сашке говорю, вот она у меня первая. Я говорю: Саш, ты экспериментальная была. Хотите... На тебе все отрабатывалось. Хотите удивиться? Моя старшая дочь тоже Саша. Вот, слушайте, нас правда что-то обидели. А почему вы назвали Сашей? А мне очень нравится имя тогда. Помните, «Москва слезам не верит»? Да, Александра. Александра, Александра, это город наш с тобою, стали мы его судьбою. Ну и дальше. Да, замечательно. Вот, и поэтому, хотя мне говорили, как девочка, мужское имя, ну не знаю. Я с этим тоже знаком. Когда говорят девочка, может, ну там у нас прабабушка была Александра. Да, ну вот нет, у меня не было. А вы дочку как зовете? Саша, Сашка, Шура или как? А как да, Санечка. Санечка, моя тоже любит так. Да. Как раз Шунечка, Санечка, то есть у меня много. Как раз моя приехала из Москвы, только что привезла внука, а у вас, похоже, еще нет. Нет, то еще внуков, и внук есть хороший парень, посмотрим. То есть вы ее не торопите? Ну, я считаю, что торопить в этом не надо, но с другой стороны, уже пора. Но вы-то поторопились выйти замуж. Ну, тогда время было другое. Как другое? Ну, в 20 лет тогда не все выходили. Потому что стройотряды, знаете. А, стройотряды. Я мужа из стройотряда привезла. Я была... Так, очень интересно. А муж может сказать, я жену из стройотряда привез? Кто кого из вас привез? Ну, не знаю, мы, наверное, вместе друг друга привезли, потому что я была командиром стройотряда мединститута, а муж был комиссаром отряда «Наркоз». Нас поселили в один барак. Мы были на острове Шикотан. Ого! А, вот, и для того, чтобы... Что вы там делали? Рыбу. Рыбу. Обрабатывали, с да. С тех пор у вас нет отвращения к рыбному запаху? Нет, у меня с тех пор, я, наверное, лет 20 вообще не могла есть морскую капусту. Потому что мы, это единственное, что нам давалось без, ну, сколько угодно. Без ограничений. Без ограничений. И мы вот во время обеденного перерыва открывали консервы эти вот с морской капустой и ели их постоянно. То есть вот лет 20 вообще не могла есть. Ну, а русское слово «халява» вам знакомо с тех пор тоже, да? Да. Мы же русские люди, казаки, да. Может, оно даже казаческое слово, не знаю, какое-то не очень русское. Казаки — это народ или это, вот как, казаки некоторые считают, что это особый народ такой? Ну, я считаю, это какой-то особый дух. Хорошо, вернемся к медицинскому институту. Какая ваша специальность? Педиатр. Вы детский врач, то есть вам с детьми, наверное, многие мамы позавидуют, ну, что вам было попроще. Нет, я могу сказать так, что тогда говорились так, что можно на педиатрию, то есть поступали люди, которые немножко боялись поступать на личфак, потому что на личфак нужен балл поступления был выше. Понятно. А я пошла на педиатрию именно потому, что я люблю детей. А школу как вы закончили? Я не помню, у меня две было, четверки, что ли. Ух ты, я вот с кем не разговариваю, почти все красные медалисты. Ой, красные дипломисты и эти и медалисты. Я могу сказать, что у меня всегда слабое место, это была математика. То есть я сидела на геометрии, уже садилась на первую парту, вот так вот прямо перед... Но не помогала. Не помогала. То есть мне вот, мне даже четверку натягивали по геометрии. А дети ваши как с математикой? Кто как. Саша, вот, например, интересно наоборот, то есть ей больше нравятся цифры. Она говорит, там все понятно, мама. Да, действительно. Вот, вообще все понятно. Я вот инженер, я вам скажу, все понятно. Вот. А мне наоборот было интересно всегда писать сочинения. То есть для меня это было... Ну, это все садилось и... Как-то даже не думая писалось. Ну вот медицина, она ведь тоже требует точности, знаний,
внимательности, скрупулезности. Это же человеческие жизни в руках. В медицине, знаете, могу сказать, вот там, к сожалению, красные дипломники не приживаются именно практикующим врачам. А у вас красный диплом? Нет, не красный. Я родила, к сожалению, на втором курсе. Ну, я не могу сказать, что к сожалению. Ну, ясно. К сожалению, для диплома. Для диплома, да, и мне приходилось... я не оставляла учебу. Ну, это здорово. И я училась, то есть у меня там ночные были обмороки, потому что, ну, не досыпала постоянно. Я понимаю, да еще ребенок, а ты хлопоты, ну и физическая нагрузка большая. То есть у меня мама забирала с утра ребенка, я уходила в институт, потом приходила, была с ним, то есть менялись бабушки, так скажем, с ребенком. Потрясающе, ну вы там, наверное, кувыркались, я представляю. Ой, помню, было весело, но даже не давали пропускать вообще. Насчет красного диплома. Пристрастие к красному цвету, вот я готов сказать, редко я вижу в новосибирской женщине так активно использующих вот этот замечательный яркий свет. Цвет. Почему? Откуда? Я даже не знаю откуда, потому что у меня было даже... Мои подружки даже смеялись. Я когда ходила беременная, ну, не было никакой особой одежды, потому что вся одежда была такая широкая, и у меня была такая красная шаль, такой пончо. Ну, я любила почему-то всегда красный цвет. Вам к лицу. Спасибо. Про дети ваши, вот мне интересно. 4 девочки, да? Да. Мама. Да. Папа и еще сын. Угу. Младшим вашим сколько? 12. Я слышал, это близнецы, да? Да, двойняшки. 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 Да. Я сейчас удивлю. У меня был, к сожалению, уже. Нет, у меня брат тоже близнец, двойняшка. Да. Поэтому я очень завидую всем, у кого есть двойняшки. Я считаю, что это здорово. Это очень здорово, я пробовал, всем рекомендую. Как они растут? А, подождите, это мальчик и девочка? Девочки, две девочки. А, две девочки. Угу. А, то есть мальчик постарше. Мальчик второй. Здорово. А, так он уже достаточно большой. Да, ему уже. Ой, взросленькие уже все. Сколько ему? 25. 25, А младшим вашим? 12, я уже говорила. Да-да, я просто отвлекся. Как у них в школе? Вы знаете, как бы, я считаю, что они учатся нормально, троек почти что нет, и это для меня хороший показатель. Вы за ними тщательно следите или они сами управляются с учебой? Я не могу сказать, что я вот сижу с ними, делаю уроки, я проверяю, я захожу иногда в школу, спрашиваю, как дела, и если есть какие-то уже серьезные к ним вопросы, тогда... Это какая школа? Первая гимназия, 42-я. А вы в какой учились? В 42-й. Ну надо же, я разговаривал с Колоконским, у них тоже вся семья в одной школе. Ну, у меня получилось, что я училась в 42-й, потом Саша с Ваней у меня отучились в 42-й. И вот, ну, сейчас уже такая первая, семейная, да, школа. Пыталась там... другие школы отдавать. Ну как-то, знаете, вот уже у меня ощущение, это моя семья, это моя школа, я сама в ней выросла. Ну понятно, я говорю, семейная школа. Да. Детей... Как вы детей поощряете? Вот у вас все-таки, я знаю, все, как все понимают, у вас семья не бедная, угу, и так далее. Там какие-то подарки для вас не вопрос. Как вы детей поощряете? Ну, знаете, я даже не знаю, как мы поощряем. Ну как-то поощряете или нет? Да, я больше словом, наверное. Словом? А наказываете, бывает? Вот сейчас, кстати, меньше бывало. Особенно Ваньке в свое время доставалось, когда он был маленький. Физически? Подзатыльники давала. Один раз, когда он уже был взрослый, тот самый, ну, такой дурацкий возраст, там где-то 16-17 лет, то есть он уже вот такой, я помню, в прыжке прямо в нос дала. Ну не могла. То есть он пошел по принципу: буду учиться на два и ничего со мной не сделаете. Телефоны забирали, компьютеры забирали. Он что такой возраст был. Помогло? Удар в нос помог? Ну, неожиданно. Ему неожиданно, да? Ну, сейчас-то уже не приходится, наверное? Да нет, конечно. То есть уже совсем другие отношения. У нас как-то вообще сложилось в семье такие очень добрые отношения все. Вообще, вот вы по-прежнему живете все вместе? А нет, не все, потому что Саша уже работает в Москве сейчас. Моя Саша тоже в Москве. Да. Вот, девчонки, здесь все учатся. Ну, у нас такая хорошая традиция. Мы по выходным собираемся с семьей, с бабушками, с дедушками. Часто иногда там у Димы приезжает его брат с семьей. То есть такой у нас воскресный всегда ужин или обед. Понятно. Ну, вы выходили замуж за студента. Угу. Теперь он известный, как бы это сказать, чуть ли не олигарх. В новосибирских масштабах, уж по крайней мере. Угу. Вас никогда не обзывают? Ну, не слышите ли каких-нибудь упреков, что вот
жемчуг мелок, там щи пустые, вот это такое, что вы не очень понимаете жизнь простых людей. Ну, это есть всегда. Намеки какие-нибудь? Конечно, это есть, как бы, ну, это наша жизнь, поэтому, ну, я к этому отношусь нормально, потому что я выросла, называется, ну, не могу сказать, в простой семье, но достаточно, тогда было, как бы, все семьи были одинаковы, ну, более или менее, по состоянию, поэтому, не знаю. Такие вопросы, скорее всего, потом уже нашим детям надо задавать, потому что вот они выросли действительно изначально уже в, ну, в состоятельной семье. Понятно. Вы мужу помогали развивать бизнес или это его самостоятельное было? Ну, у нас изначально было, когда мы с ним поженились, мы уже подрабатывали тогда. Я в мединституте, он у себя подрабатывал. И когда мы так вот собрались и стали говорить... У вас же дочка была, уже деньги были нужны? Да, и мы сели так и говорили... Нет, еще дочки не было. Когда мы только поженились, мы так и сели с ним и нас стали разговаривать. Ну, надо же... чтобы кто-то содержал семью, и решили, что если я буду рожать ребенка, тогда будет содержать семью он. А если он будет рожать ребенка, то наоборот. Да. У него не получилось. Не получилось, поэтому содержит он, у кого не получилось. У вас есть типично женские дела в доме? А сейчас почти что там нет. Разделение женские, мужские? Ну, раньше в основном раньше, конечно, были, а сейчас уже такого нет. Мусор кто выносит, я вот тут спрашиваю иногда. Или он вас... Или вы этим не занимаетесь, такими мелочами? Нет. Хорошо. А вот тут что за кучу нагребли? А это вот снимали асфальт вот с того среднего променада, сейчас его будут вывозить. То есть на нем сделают такую же вот красоту, как сейчас здесь, да? Да, сейчас немножко другая будет плитка. Почему другая? Другая? А потому что там будет более мелко. Ну так архитекторы нарисовали. Там будет очень много новых растений, будем высаживать. То есть я прямо жду, у нас здесь будут комнаты запахов. Ну, мы потом еще поговорим про набережную, если останется время. Мне интереснее Анна Васильевна Терешкова. Ага. Вас зачастую называют именно Анна Васильевна. Но я знаю, что вас трудно отнести еще к женщине с больших, как сказать, солидных лет. Как вам больше нравится? Анна Васильевна, Аня, Анюта, как вот? Да я не знаю. Я вообще, честно говоря, мне... То есть у меня, наоборот, существует какой-то такой стереотип. Я к людям отношусь по имени часто. То есть, конечно, если человек старше меня, это естественно, имя отчество. А вот к своим ровесникам, и вот Мэри я часто людей называю по имени. Я не знаю почему, но мне так... А с локтем как? Нет, это Анатолий Евгеньевич, это из уважения то же самое. Почему тут у меня первым лицом, кто у меня старше, кто у меня мудрее. Ну, тут понятно, статус. Я всегда, да, статус. Ну, вот, Но то же самое, что, например, я внутри Мэри там, могу кого-то называть там, по именам. Там, то же самое, там, ну... Иру Соловьёву, Ирина Соловьёва, да? А если я выступаю где-то, то я про нее, конечно, говорю уже по имени-отчеству. Анатолий Евгеньевич некоторым образом и вам обязан своим избранием 4 года назад в качестве мэром. Вы же ведь тоже тогда участвовали в коалиции, да? Да, да. То есть вы тоже несете часть ответственности за вот результат его работы? Ну, какую-то, да, конечно. Да, более того, вы отвечаете целиком и полностью за культуру, молодежную политику, и что и там спорт. Еще, и спорт. Мы еще к этому, вот я хотел еще немножко о политике. Вместе с локтем пришли несколько человек из этой коалиции в мэрию. Остались только вы, кажется, да? Люлько, по-моему, еще остался. А, Люлько, да. А Люлько был в коалиции? Ой, даже, ну, я, честно говоря, ну, из такой коалиции нет, наверное. То есть он потом пришел уже как депутат, да, скорее всего. Да, ну, вот Стариков ушел, там Сергей. Ушел, ну как его? Дичков. Дичков, да, конечно. А вы остались. Почему вы не ушли? Ну, у меня не было... Я не спрашиваю, почему они ушли, у них там они сами расскажут. Дичков об этом написал. Ну, у меня за это все время таких противоречий, как бы, с Анатолием Евгеньевичем не возникло. У нас один раз с ним было противоречие, и то это в начале было работы. Мы так поспорили по поводу Сталина. Ах! Вы же никак не коммунист, вы же там скорее человек либеральных убеждений. Да, я считаю себя либералом, и поэтому мы тут не сошлись, и так было небольшое столкновение мнений, но, пожалуй, это было самое такое яркое столкновение. А отношения у вас насколько дружеские? Я не могу назвать их дружеские, скорее всего, рабочие. Рабочие? Ну. Понятно. Вам удается, вот я... перед тем, как с вами говорить, отметил, что культура, спорт, молодежная политика обычно в бюджетах записываются в последних нижних строчках. По статусному принципу, наверное, до сих пор финансируется, как и при советской власти. Не так?
Ну, в чем-то я с вами согласна. С другой стороны, любой бюджет надо еще уметь правильно расходовать. Потому что, вот, когда, например, я пришла работать, вот были гранты, которые распространялись абсолютно только между двумя-тремя людьми. Друзей, так скажем, там, ну, не буду сейчас говорить там, кого. Ну, это не так важно. То есть просто на опечатание каких-то книжек, никому не нужных и тому подобное. Поэтому есть много вещей, где еще надо, называется, покопаться, и можно найти. Ну, вы человек энергичный, боевой, как видно. Вы бьетесь за бюджет, чтобы ваши статьи там увеличивали, не сокращали? Приходится за это драться? Ну, конечно, приходится. Как же по-другому? Каким образом? Не приходилось ни разу там слезу пустить, вот какие-то женские штучки? Вот у меня вот женскими штучками как-то тяжело, потому что я выросла среди мальчишек, среди гаражей, среди дворов, поэтому я всегда дралась. Даже драться приходилось? Да. Может, поэтому дочка Сашка? Ну, может быть, это так. А кто имя дочери придумал? А? Дочери имя кто придумал? А как-то я даже не могу сказать, кто именно. Родилось и все так. Родилась и родилась. Да. По-моему, все-таки женщины должны давать имена. Потому что от папы же фамилия, отчество. Не знаю, у нас, например, вот по младшим детям было такое, что Тима хотел очень назвать Марии. А мне почему-то слово Маша не нравилось. Вот это Маша, просто. А я хотела назвать Даша. И вот у нас с ним прямо был такой вот... Извините, от Ярославцева вам привет. Да? Мы в прямом эфире, вы можете помахать рукой. Да. Очень уважаю, кстати. Вот, и получилось так, что он хотел назвать Маша, а я Даша. Вот мы очень ругались, и потом решили так, что если Маша родится, если девочка родится 6 января, ну, как получается, в Рождество, да-да, то будет тогда Маша. Ну... А если в любой другой день, то будет Даша. И как... вот представляете, Маша родилась 6 января, 8:40, с первой звездой. Понятно. Поэтому Маша, тут у меня вообще даже никаких вопросов не было. Ну это все, на мой взгляд, все новое. Да, любое имя красивое, особенно если это имя любимой дочери. Как, а есть у вас дети более... Нет, это глуповатый вопрос. Дети никогда не спрашивали, кого вы любите больше? Не обижались там как-то? Как вы выстраиваете отношения? Я вообще считаю, что это вообще невозможно. Как бы оценить, кого ты любишь больше, потому что они все разные, они все вот настолько каждый из них уникален в каких-то своих проявлениях, нюансах, и не знаю, не каждый уникален, каждый прекрасен. Немножко по работе. Новосибирск. Что-то вот ваша цель. Вы делаете карьеру или вы добиваетесь какого-то статуса, уважения? Вы же все-таки человек самолюбивый, не так ли? Ну, по крайней мере... Достаточно. Достаточно. Я не буду как бы вас обманывать, да? Или какая цель вашей работы? Зачем вы туда пошли и добились ли вы этого? Ну, во-первых... Или цели изменились? Во-первых, я живу в Новосибирске, это мой город. И если у меня есть возможность что-то исправить, что-то помочь, почему бы нет? Ну, что вы исправили? Вот какая-нибудь большая проблема, которую вы скажете, вот решила. Ну, понятно, безусловно, наша набережная – это уже как визитная карточка. Ну, что это кроме... Вот какие-то проблемы, беды чьи-то? Да, это постоянно какие-то вот эти вот нюансы. Ну, смотрите, давайте начнем ну, таких даже с материальных, да, вот вещей. Так, не задувает, наверное, микрофон. Например, в городе, когда вот мы пришли, там, 4 года назад, в городе 2 театра, и ни у одного не было помещения. Так и сложилось, так уже привыкли. Это театр Афанасьева. И театр на Левом берегу. А, и театр на Левом берегу, да. Вот сейчас театр на Левом берегу уже 2-й год работает. Сделан ремонт. Хорошая постановка только что была, премьера позавчера. И вот сейчас вот уже заканчивается разработка проектно-сметной документации на театр Афанасьева. И вот уже где-то в середине июня будет готово. И начинаем ремонт. Это предмет гордости получается. Конечно. Ну здорово, но по крайней мере это останется, в любом случае, как бы вы дальше не сложилась ваша судьба. А как насчет вашей судьбы? Через год выборы мэра. С тремя из четырех, с кем я уже поговорил на этой неделе, они сказали, что не исключают возможность участия в выборах. Ну там больше речь шла о губернаторских. А если вам предложат баллотироваться на мэра? Нет. Тут... Мне нравится делать вот что-то на земле, помогать. Так мэр, это же куда более землистый это. Ой, знаете, там я смотрю, как работает Анатолий Евгеньевич, честно говоря, не позавидуешь, потому что есть много проблем, которые не решаются годами. И вот этот маховик, он уже
давным-давно запущен, и просто так его за даже 3 года исправить нельзя. Вот я могу сказать про ту же самую Михайловскую набережную. Когда мы ее начинали делать, это просто был часть Октябрьского района. Угу. И здесь все было в ларьках, если вы помните. Да, да. И здесь даже на День города, ну, здесь просто ужас был. Мы сюда специально ставили какую-нибудь группу, ну, рассчитывая, что здесь будет бедлам полный. Так извините, пожалуйста, но зато сейчас здесь пусто, и вот нам сейчас зайти где-то погреться с вами негде. А подождите. Вот моя задача, как бы, все-таки работать на века. Не работать на результат вот сегодняшний. Не больше, да? Не меньше на века. Но почему нет? Ну, я считаю, что все, что мы делаем, мы должны думать в первую очередь там, о наших детях, о наших внуках, как они будут здесь жить. И это, ну, я считаю, это нормально вообще. Это... Вам удобно будет? Пожалуйста. Так, напишите, друзья. Я не уверен, что качество звука и картинки достаточно хорошее. Вы, пожалуйста, напишите, если есть проблемы. Для меня важно, чтобы было все слышно, понятно. Ну и чтобы, мне кажется, достаточно вполне себе интересно, каждое слово важно. Вы не мерзнете? Да нет, нормально. Мы здесь постоянно, мы здесь каждый день на набережной, поэтому уже привыкли. Привычка. Из трех ваших направлений, 3 направления. Mm-hmm. Спорт, молодежная политика и культура. Да. Что для вас, что вы считаете, вот, требует особого внимания, усиления, еще? Что, где недоработки вот сейчас? На чем надо усилить внимание? Немножко есть проблемы в спорте. Вчера был какой-то пикет, и вы туда выходили. Это вот такого рода проблемы? И такого рода проблемы в том числе. То есть не выстроена единая структура взаимодействия и городского управления с областным. Это очень должна быть системная, серьезная работа, которую мы пока, к сожалению, еще не можем завершить. Что для этого надо? Деньги или какие-то другие вещи? Очень много времени и сильная политическая воля с двух сторон. Приход Толоконского в мэрию поменял что-то в вашей работе? Мне стало приятнее работать. А в работе Локтя? Я не могу сказать это, у него спрашивать. Конечно, я спрошу обязательно. Я уже разговаривал с Виктором Александровичем. Угу. Ветер тогда мешал нам сильно говорить, поэтому вот я, видите, нашил меховушечку на микрофон, надеюсь, помогает. А ваши дети, ваши девочки умеют что-нибудь сшить, руками делать? Это вы учили? Или бабушки, или школа? Это бабушка. На самом деле, у меня мама сейчас вот, я считаю, что вообще как бы своими детьми я им продлила сильно и жизнь, и удовольствие, и качество жизни, потому что дети всегда с ними, они там часто приезжают к нам, мы вместе с ними общаемся, куда-нибудь ходим, то есть... А вы шить умеете? Да, и вязать. И вязать? Да. Ну, что последнее, что из того, что вы себе шили, вы носили вот так вот, что вам нравилось? Ну, это все было давно. Давно? Да. Ну, я понимаю, сейчас почти все практически можно купить на любой вкус. Нет, я помню, там, когда лежала там беременная, например, там, на сохранении, я вязала от нечего делать. Ну, это от нечего, ровно, ну, понятно, понятно. Нет, ну, у меня очень мама хорошо всегда шила, тоже и вязала, я от нее это научилась. Да, понятно. А готовить любите? К сожалению, я готовлю плохо, мне прекрасно готовит муж. Потому что я выросла, как я уже сказала, в геологической семье, и у нас всегда дома была или яичница, или жареная картошка с солеными. По-простому, да? Да, потому что, ну, как-то вот у меня тоже родители не сбалованы в этом смысле были. То есть у вас интереса к кулинарии нет? Нет. А муж экспериментирует? Муж прекрасно готовит, у него мама прекрасно готовит. Слушай, сколько женщин вам сейчас позавидуют? У меня, кстати, и сын хорошо готовит. В чем еще вам могут женщины позавидовать насчет мужа? Насчет... С мужем? А? С мужем? Ну, чем? Да, тогда хорошо. Положить, что для вас важно в мужчине? Да, знаете, мне кажется, вот чем старше становлюсь, тем важнее то, что мой друг, в первую очередь. Вы знаете, я недавно дочери говорил, что если заводить семью, то мужчина – это прежде всего друг. Да. Не сейчас, а еще раньше говорил. Да, и сыну говорил, он сейчас у меня еще не женатый старше. А что вы считаете, что вам нравится в женщинах? Ну, может быть, это смешно звучит, но мне нравится сила характера. В женщинах нравится мужество. Женщины мужайтесь, да? Я не люблю вот смазливых таких вот фиб, которые падают в обмороки, лишь бы привлечь к себе внимание. Сколько времени у вас уходит утром на макияж?
на все у меня вместе уходит полчаса. На все сборы. А, нет, нет, ну это я ж, это если На макияж... от пробуждения до выхода из дома, да, полчаса? А, ну это значит не только ведь макияж. Нет, это не только, это все. Понятно. Я привыкла все делать быстро, потому что когда у тебя 5 детей, ты не имеешь права проводить время в душе, в ванной. То есть ты быстро забегаешь, принимаешь душ, выбегаешь, побежал дальше, чистишь зубы. Ну понятно, понятно. Ой, я какой-то еще вопрос у меня тут про мужчин, про женщин. Ну ладно, по ходу разговора. Вот я обычно заканчиваю этим вопросом, но мне сейчас хочется его задать. Вы уже не раз давали интервью, многие вопросы повторяются, и то, что я спрашиваю, это уже, наверное, тоже что-то не раз говорил. Да нет, не все, кстати. Хорошо, это для меня комплимент. Какой вопрос вы бы хотели ответить, а вам его никак не задают? Да я даже не знаю, мне кажется, разные вопросы, когда человек что-то хочет задать, он его задает вопрос. Ну хорошо, о чем бы вам хотелось рассказать, а вот... Вас об этом не спрашивают. Ну, наверное, какие минусы вы видите у вас сейчас, вот вы ощущаете от вашей работы? Хороший вопрос. Какие минусы вы ощущаете? Какие минусы в вашей работе? Не в самой работе, в ощущениях, что я стала меньше времени уделять своим друзьям. Друзьям? Да. И произошло даже такое для меня очень тяжелое... испытание. Я, заработавшись, забыла поздравить свою подругу с днем рождения. Она обиделась? Да. Это досадно. Досадно, и я понимаю, что вот этот вот ритм, когда ты не останавливаешься, вот где-то работаешь, забываешь даже какой день недели, месяца. Сколько у вас рабочих дней в неделе? 7. А в будни сколько вы работаете по времени, по часам? Ну вот я уезжаю 7:30 на работу, и как звезды лягут. Видите, у нас же направление такое, что у нас все культурные, спортивные мероприятия, они или по вечерам, или в субботу-воскресенье. Вот сейчас, например, я приехала, открыла только что турнир шутовой, да, вот наш олимпийской чемпионки. Вот сейчас готовимся уже ночь в музее, она будет 12 часов. Завтра турнир с утра. Самбо, потом вот забег большой, который... Тут, а тут еще Хана со своей камерой. Поэтому... Ну и ездим еще сюда проверять, то есть такой режим, то есть я всегда говорю, мне раз в месяц муж выгоняет из дома. Куда, как, что значит? Ну выгоняет? Я образно говорю, что ругается, что все, уходи с этой работы. А, что если вообще выгоняет из дома? Не на работу выгоняет, а в принципе. Да. А он-то сам, он ведь, бизнес ведь тоже требует большого, много времени. Ну, так получилось, что раньше он устанавливал бизнес и работал тоже очень много, то есть там с 6 утра и да, тоже допоздна. А сейчас уже бизнес установлен. А, теперь бизнес на него работает. Нет, да, и не то, что бизнес на него, но то есть у него уже не требуется столько усилий, как бы, для того, чтобы его... Понятное дело, что ежедневно надо, но так, чтобы уже сутками работать, такого нет. А тут я, наоборот, пошла работать на благо Родины. Опять я увидел Ярославцу, написала: культура и спорт, ни выходных, и все до ночи. Да. Человек знает, о чем говорит. Да. Ох, сбился. Сбила на меня. Хотел вам еще... А, про мужа. Вы советуетесь с мужем что-нибудь по работе? Да, часто. А он с вами? Ну, раньше чаще. Сейчас, видите, раньше, когда у меня было больше свободного времени, я ездила с ним в командировки, особенно когда эти были какие-то ярмарки зарубежные, я помогала его компании заниматься переводами в том числе, то есть, ну, как помощник так. Если вы сейчас встретитесь с англичанином, вы с ним спокойно сможете говорить? У вас уровень языка достаточно хорош? Ну, у меня достаточно хороший был. То есть я раньше могла и писать. Я TOEFL сдавала, поступала в университет. Сейчас уже больше бытовой. То есть я на бытовом языке, конечно, смогу объясниться всегда. И за границей тоже это помогает, я понимаю. Да, конечно. Ну, куда сейчас? Сейчас английский международный. Получается. Дети ваши хорошо знают язык? Старшие хорошо, младшие, честно говоря, гоняю. Понятно. Многие отправляют детей, ну, какие-то люди богатые, отправляют детей учиться за границу. Ваши где учились? Значит, у меня Саша, как вы сказали, училась за границей.
И это на самом деле ей очень много помогло, потому что, ну, она у нас изначально была такая своеобразная девушка, когда в 15 лет она заявила, что я очень люблю бухгалтерию, мне здесь скучно, и мы с ней поехали выбирать университет, чтобы он входил именно в четверку, в десятку лучших университетов Англии. Вот, она поступила в 4 университета и отучилась. Почему не осталось? Знаете, как в старом советском анекдоте, если, ага. Значит, если вернулись, то почему? Ну, я тоже вот в свое время, мы уезжали в Канаду жить в 98-м году. Надо же, это что за история? А когда вот было совсем, так скажем, не 98-м, это когда кризис да, был? Да, вот как раз кризис был, у меня было вот как раз маленькие уже дети, Саша с Ваней, и мы решили попробовать жить в Канаде. Могу сказать, полгода мне хватило вот так вот. То есть меня декан вызвал, я помню, когда я уезжала. Он говорит, вы что делаете? У вас 2 ребенка. А вы где работали? В университете? Нет, я училась. А, я решила поступить для того, чтобы какое-то образование уже как бы канадское получить. И он меня вызвал и говорит, как вы можете? Давайте мы подадим, у вас будет сразу как бы там иммиграция, мы сделаем от университета. Я говорю, не-не-не. Все, я поехала домой. А что, муж там занимался бизнесом? Нет, или он здесь, вон туда-сюда вот ездил. А, вы там жили с детьми? Да. И не понравилось? Нет. Почему? Не знаю, может как это пелось в песенке? Где-то небо синее, над Канадой небо синее. Ну, у меня ощущение так, если, я всегда говорю, если образно все как в России, только все же не Россия. Во-первых, это, во-вторых, вот ощущение, как будто ты в санатории живешь. А, слишком хорошо. Не хорошо, а скучно, знаете, вот как день сурка каждый день. А, и друзья здесь, и свои дела вот здесь. Да. И вот это наша сибирская красота. Где ваше любимое место в городе? Ой, даже не знаю. Сейчас здесь. А вообще, ну я же выросла в центре города. И у нас есть свои какие-то такие вот потаенные места, которые знали только мы, дети. Которые лазили там по заборам. У меня есть одно место такое. Кто знает, вот центральный район, там гидромедцентр. Ой, тихо. У меня есть, будет рубрика, я уже начал ее делать. Мой сокровенный Новосибирск. К юбилею я буду снимать. Вот. И вы мне его отдельно покажете, отдельные истории расскажете, и может мы еще залезем на тот забор. На тот забор потом. И на ту помойку. О, кстати, о помойках. Да. И там сейчас про. Вот многие пишут, Новосибирск город серый. Скучный. Вы разделяете это мнение? Почему? Откуда такое мнение? Ну, давайте вот так, извините, вы в своем красном очень хорошо выделяетесь на первом фоне. Ну, во-первых, здесь, давайте так, все города в Сибири, они немножко серые, потому что у нас суровый все-таки достаточно климат, и вот если вы видите, сейчас зелень начинает, вот только идет снег, да, май месяц. Да. Это наша родина. Поэтому, ну, скорее всего, просто от самого климата, вот, смотрите, вода серая. Здесь просто такой вот суровый климат, и вот эта серость, она наоборот, наверное, здесь смотрелось бы что-то. Ну, вот этим двоим завидуете? Позавидуете сейчас или как? Сейчас сидят нет, на холодно. А то, что они вдвоем и готовы на холоде сидеть, обнявшись. Вот я считаю, что в каждом возрасте свои есть радости и свои. Вот, наверное, если бы я была в этом возрасте и проходила бы мимо одна, я бы, наверное, позавидовала. Такая любовь. Что и ветер нипочем. Да, нипочем. И он ее обнимает и греет, и все это замечательно. А сейчас уже у вас другие радости. Мне вот я сейчас получаю удовольствие от работы, например. Давайте, может, побыстрее пойдем. Только вы смотрите, чтобы я не споткнулся, потому что я иду затылком вперед. Чтобы на меня никто не набежал, надо двигаться, иначе. Ну, чтобы согреться. Да. Я поражаюсь, я вот тепло одетый. Я поражаюсь, как вы выдерживаете запросто этот. Сейчас, друзья мои, у нас перед нами в лицо. О, да в лицо такой сильный ветер. Я-то иду спиной, мне не страшно. Так, пойдемте скорее. Вы уж управляйте, потому что все же в наших руках. Давайте. Тем более вы человек. Да, вот вы говорили, что считаете, что для женщины важно быть сильной. А вот, знаете, бывают такие, как их назвать? Ну, скажем, мускулистые женщины, мускульные такие, которые мужские черты предпочитают себе добавить. Нет, это другое. Я люблю сильных внутри, сильных духом. А, энергии. Да, сильных энергий. Мне вот очень комфортно с такими людьми общаться, работать.
жить. Но если женщина посюсюкает, будет проявит свою слабость, будет своей слабостью, может даже доминировать, пытаться, как вы к этому отнесетесь? Ну, давайте так, не мне судить. А, ну вы же, у вас нет жены. Да. Ясно. А мужчины, которые становятся все, как сейчас теперь, все более унисекс, и инфантильность уже становится такой общей чертой, может быть. Я, знаете, сейчас всегда привожу пример, когда мы были маленькие, ну и потом уже даже старших детей, когда своих приводила в садик, там падала девочка на пол, к ней бежала мама, ой-ой-ой, бедненькая, несчастненькая. А когда падал мальчик, говорил, вставай, ты же мужчина, не ты плачь, же сильная, не плачь, а сейчас наоборот. Ты же девчонка, не плачь. Девочка упала, вставай, ты же сильная должна быть. А мальчик упадет, и там и бабушки бегут, и мамочки бегут, и все поднимают солнышко. Поэтому здесь беда в женском воспитании, потому что у нас сейчас, посмотрите, у нас все преподаватели, у нас все воспитатели, это мам, женщины. Ну, да. Вот я разговаривал с Иваном Ивановичем Меденком, и я еще с ним поговорил. Он рассказывал, что после войны он учился в железнодорожной школе. Угу. У них был единственный педагог, или там что такое, женщина, остальные угу. все мужчины. И поэтому, а мужчины сейчас принято как, что женщины сидят дома, как бы с детьми. А вот вы так и сидели с детьми, вы же после института, почему врачом не стали? А потому что я родила на последнем курсе. И стали домохозяйкой. Ну, а потом переключились на что? Вот мы биографию. Нет, я потом работала же с мужем много. А, непосредственно вместе мы работали. Да, ну, поднимали бизнес. Потом я пошла для того, чтобы... Ветер-то как разгулялся. Выучить язык, пошла в Сибирский независимый университет. От которого сейчас закрыли уже? Да. Ну я просто для языка мне хотелось выучить. Вот. Так, для того, чтобы себе повышать квалификацию самой. А как вы с чего это вдруг вы занялись искусством современным? Был такой эпизод у вас? А, ну, до сих пор есть, я его люблю. Мне очень нравится заниматься вообще как бы... выставками, мне нравится заниматься современным искусством, как-то получилось, даже не знаю как, но как меня туда занесло, мы стали ездить на различные международные выставки, познакомились со всеми ведущими галеристами страны. Мы то есть это интересно, да? Да, дружим там с Соней Троценко, основательницей винзавода. Так почему в Новосибирске нет галереи современного искусства? Потому что ее надо содержать и... Так не в ваших ли руках средства? Ну, имеется в виду, что если делать частные, ну, понятно. А если делать государственные, то есть у нас сейчас нету средств. Если вы помните, мы хотели, писали письмо Мединскому, для того, чтобы одно из помещений, которое находится в военном городке, передать... как раз Сибирский центр, Государственный центр современного искусства, чтобы там сделать Новосибирский центр современного искусства, но тогда бы пришел отказ. А в бюджете таких средств на постройку отдельной такой галереи, конечно, нет. А могут найти в бюджете средства, чтобы художников поддержать заказами, проведением выставок? Вот наш очень город такой вот, по поводу творческий. Проведения выставок я с вами согласна, что здесь мы в этом направлении работаем. А, к сожалению, по поводу вот самих произведений искусств здесь тяжелее, потому что мы работаем по 44-му ФЗ. Это закупка. То есть мы выходим на конкурс, и мы не можем прийти к отдельному художнику и сказать, вот, давай ты нам будешь напишешь какие-то работы или еще что-то. Как вам относятся художники новосибирские? После того, как вы стали уже не просто галеристкой, можно такое слово употребить? Да. А вот уже такой чиновницей, отвечающей за культуру. Обид нет вот среди них? Обиженных? Ну, наверное, есть. Не то, что обида, потому что когда-то у меня была выставка, кстати, вот здесь вот у меня, вот в этом месте находилась там частная картинная галерея, старый дом. Да, помню это время. Да. Просто стало меньше у них выставок, меньше стало площадей, на которых можно себя так показать. Как же так? Вы руководите культурой, а площадей стало меньше. Как-то нелогично, на мой взгляд. Ну, почему? Есть различные площадки, которые мы открываем. Если вы помните, Арт-Ель мы недавно открыли, вот молодежный центр. Сейчас мы переформатируем городской центр изобразительного искусства. Понятно. Новые концептуальные вещи. Работаем с частной там подземкой. Очень хорошо, поэтому... Ну, то есть пытаемся. Более-менее. Я не художник, я не возьмусь судить. Я вообще просто блогер. Ну, неважно, мы сейчас про вас. Вот вы такой человек энергичный, много вкладываетесь в дело.
А не было момента вот за эти 4 года, пока вы на этом посту, вот бросить, блин, сбежать с этой работы? Было. Надоело вообще, хлопнуть дверью и пошли на все. Было и часто возникает, особенно когда какие-нибудь споры типа по молодежным вот этим проектам, шествиям, которые пытались запретить. А, монстрации, да? Я считаю, что в этом смысле я благодарна мэру, что вот он нам уже 2 года этот проект существует под эгидой мэрии. Я считаю, что это здорово. О, все-таки это выставка милицейская. Да. Лоскутов художник, как считаете? Это искусство? Если его работы находятся сейчас в Третьяковской галерее, то не нам судить, да? Ну все, я уже побежала. А вы в какую сторону бежите? А сейчас выставка же будет веселого. А, так пойдемте вместе. Пойдемте, все, поехали. Да-да-да, я как раз туда собирался. Много интересного мы поговорили с Анной Васильевной, которая за культуру и молодежную политику. Я думаю, мы еще поговорим, а? Потому что столько интересных вопросов. Я думаю, что да, еще будет возможность. Ну, может быть, как раз вот про сокровенный Новосибирск, про свое местечко, когда погода будет получше. Не говорите. Вы знаете, мне разговор взбодрил, и у меня еще осталось много довольно острых вопросов. Поэтому продолжим. Ну, если Локоть перестанет быть мэром, вы останетесь на этой работе? Ну, в зависимости от того, кто будет мэром. Ну, разумеется. Ну, и это в первую очередь я сразу сделаю. То есть мне нужно, чтобы какие-то мои определенные, ну не то что условия, но тоже были выполнены. А если Локоть станет губернатором, вы пойдете за ним туда? В зависимости от того, предложат мне или нет. А если предложат? Ну, будем думать опять. Хорошо, ладно, не будем гадать, не будем. Ну ладно, мы уже закончим и поехали. Так, следующий репортаж у меня будет с выставки Веселова, поэтому я поберегу батарейку и ваши нервы. Все, спасибо. Мы поехали! Да, спасибо за внимание, всего доброго. Это Тимур Ханов, Новосибирск, с набережной, с ветром и с Анной Васильевной Терешковой.